Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видео хочу показать и рассказать вам, как изменить регион в вашем Google аккаунте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и давайте начинать. Итак, для начала нам нужно перейти в настройки. Далее переходим в основные. Далее нажимаем «Язык и регион», и тут нажимаем «Регион», и после этого вы сможете выбрать абсолютно любой регион, который вы хотите. Далее, второй способ, нам нужно перейти в Google, перейти в наш аккаунт, управление аккаунтом Google, нажимаем «Поиск», вводим «Язык», переходим, и после этого можете поменять ваш язык, и, соответственно, поменять свой регион. Вот так вот легко и просто это можно сделать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.